Ох, а тут летун с бомбой. Ща пробегу под ним. А тут шипастая жаба. Тебе здесь не пройти. Ох, сколько тарелок. Они еще и шипастые. Привет, друзья! А вот и новая серия приключений несносного красного шарика на планете пришельцев. Привет, Дещеребзя! В прошлый раз мы остановились на 13 уровне. Вот с него и начнем. Погнали! Ох, и уровень! Выглядит матёро! Чё ты вот это пугаешь сразу? Может, он легкотня? Скоро узнаем. Опа! Звонеточки сверху! Ща достану! Да что ж такое-то? Вот же ж приставучие камни! Допустите вы! Какой-то матерый уровень! Вот! Я же говорил! Да мало ли, что ты там говорил! А вот, если я говорю, что матерый, значит матерый! Да ты, я смотрю, прям с самого начала вредничаешь! Да ну, я сама доброта. Ага, конечно. Фух, нету больше этих камней. Зато сверху есть монетки. Вижу, ща возьму. Хорош! Ну так, слева больше ничего нет. Не-а! Тогда спрыгивай. Да знать бы еще куда спрыгивать. Ладно, спрыгну тут. Ой-ой-ой! Фу, дружище, как ты так смог выпрыгнуть? Не знаю. В смысле это? Я же профессионал. Это было легко. Вот же ж врунишка. Катись вправо. Ха-ха, попался шарик! Конец тебе! Чё? Тарелка, ты чего? Перегрелась, что ли? Так я тебя сейчас быстро остужу! Получила? То-то же! Ой! Шарик, что это было? На телегу напоролся! А, она шипастая! Да уж! Ну ничего! Ща по-бырому пройду до того же места! А, пока прохожу, задам вопросик для друзей. Ну давай, задавай. Друзья, а напишите в комментариях, что вам нравится больше, фильмы или мультфильмы? О как, ага, давно хотел этот вопросик задать. Хороший вопрос. Ребята, пишите в комментариях цифру 1, если больше любите фильмы. Или пишите цифру 2, если больше любите мультфильмы. В следующей серии узнаем, какой вариант наберет больше голосов. Ну, вот я снова тут. Вижу. Запрыгивай на тележку, наверное. Не зря же она тут стоит. Только аккуратно. Да знаю, знаю! Поехали! Ох, а тут шипы! Ничего, я же на тележке! А сверху инопланетюга! Ох, бомба! Чуть не зацепила! Вот тебе злодей! А там еще один инопланетянин! Ща он тоже отхватит! Только повыше заберусь! Эй, инопланетюга, ты где? Не-не-не-не-не, лети сюда, балбесина. Получай, негодяй. Ага, отхватил. Ну чё, развалюхи, будете знать, как со мной связываться? А здесь снова камни, как в самом начале. Вот это уже не радует. Ты просто не злись, тогда пройдешь легко. Ага, как же, пройдешь тут. Вот, а теперь назад. Видишь, как все просто? Да ничего не просто. Эти камни не дают пройти.
Держись, дружище, у тебя все получится. Да отстаньте вы от меня. Ой-ой-ой. Ой. Во, уже получше. Осталось наверх запрыгнуть. Фух, получилось. Вот видишь, прошли же. Да это было легко. Ну, это само собой. Когда уже прошел, оно легко кажется. Кстати, мы собрали все монетки. Осталось только финиш найти. Погнали искать. Тебе здесь не пройти. Ох, сколько тарелок. Они еще и шипастые. Но смотри, между ними есть расстояние. Ты успеешь прыгнуть. По идее, да. Сейчас попробую. Опа, пока, тарелки. Мы еще встретимся. Да-да, помечтайте. Уровень прошли на 3 звезды. Отлично, погнали на следующий. Ну-с, что у нас тут? Дерево прикольное. Да, тут все деревья необычные. Это да. Там были монетки. Сначала гляну, что справа. Ой, какой-то пар. Он безопасный. А внизу тоже пар, но красный. Ой. Оу, оказывается, красный пар опасен. Ну, кто ж знал. Давай в этот раз за монетками, что сверху были. Хорошо. Как бы к ним пробраться? А там в этих кольцах проем есть. Да? Где? Сейчас увидишь. Да где? Да погоди ты, шарик. Вот он. А, точняк. Вот теперь доберусь до звонеток. Текс. А теперь внутрь. Тут щит. О, это хорошо. С ним мы сможем пройти через ядовитый газ. Ща попробую. Итак, включай щит и вперед. Ага, а тут звонеточки. Только непонятно дальше куда. Как это куда? Направо, пока щит действует. Оба. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Не-а, похоже, надо было хватать монетки и возвращаться назад. Скорее всего. Сейчас сделаю. Погоди, это чё? Проход наверх? Слушай, может быть. Ну-ка, пошли проверим. Текс. Опа! А, точняк! Тут есть проход. Вот сюда-то нам и нужно. Только сначала нужно взять монетки внизу. Сейчас спущусь за ними. Только гляну, что впереди. Ух ты, новый враг. Сейчас наваляю ему. А как же монетки? О, точняк. Сейчас спущусь. Ой-ой-ой. Не, дружище, так не пойдет. Бери-ка ты сначала монетки под щитом, а потом забирайся наверх. Ну ладно, ладно. Кстати, а давай пока посмотрим, что там друзья выбрали в комментариях под предыдущей серией. Давай. Мы спрашивали, в какие игры любят играть наши зрители. В новые или перепроходить старые. И большинству больше нравятся... Ну, новые игры. Крутяк. Мне тоже больше нравятся новые. Интересно по новым местам покататься. В этот раз мы и наверх забрались, и монетки внизу собрали. Вот теперь можно проходить дальше. Там инопланетюга с бомбой. Я тоже заметил. Аккуратнее с ним. А вот и новенький. На жабу похож. Вот тебе жабюга. Кстати, зырь. Я тут на человека похож.
похож. Глаза жабюги выглядят как руки. Ага, прикольно. Сверху шипастые летуны, смотри, не напарись. Да не напарюсь, не боись. Ох, а тут летун с бомбой. Ща пробегу под ним. А тут шипастая жаба. Да уж, все заново теперь. Какой-то очень матерый уровень. Сколько мы уже раз на нем проиграли? Да, вроде бы 3. Соберись, шарик. Да я и так собран. Просто в этом приключении все уровни сложные. Это да. В прошлых приключениях мы проходили по 3-4, а то и 5 уровней за серию. А тут как-то больше 2 и не получается. Вот-вот. Тут летун с бомбой. Я помню. Ща я его собью. Во. А теперь жабу. Вот так. Верхних не трогай. Да я и не собирался. А, вот этого, пожалуй, ушатаю. Эй, куда полетел? А ну стой. Ой-ой-ой. Шарик, может, ну его? Попробуй лучше быстро прокатиться. Ну ладно, уговорил. Катись, катись, есть! Теперь бы на шипастого не напороться. Ну чё ты вот это начинаешь? Что начинаю? Каркать под руку? Ладно, не буду. А это еще кто? Эй, здоровяк! Ага, прикольный! Эй, здоровяк, стой! Скорее наверх прыгай! О, еще один щит. Щит, это хорошо. Только непонятно, куда дальше. О, вот звонетки. Пропустил одну. Ща вернусь. А дальше давай на правую платформу. Сверху еще была, видел? Не-а. О, берег! Вай! Фух, еще бы чуть-чуть и проиграли. Но не проиграли же. Пожалуй, нижнего инопланетюгу собью. О, платформочка. Я тебе про нее и говорил. Ну, теперь-то я ее вижу. Вон еще одна. Эть? Шарик, да что ж ты так опасно проходишь? Да нормально прохожу. Это ты какой-то кипишной. А сверху кольцо, как было в начале уровня. Проемом повернется и запрыгну. Воу, мы все монетки собрали. Значит, где-то рядом финиш. Вон там справа что-то есть. Ага, это финиш. И снова прошли на 3 звезды. Отлично. Ну чё, давай на этом и закончим на сегодня. Ага, мы дошли до 15 уровня. Вот с него и начнем следующую серию. А на сегодня все, друзья. Всем пока. До встречи на канале Игрули ТВ. Пока. Пока, ребзя. До скорой встречи. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые серии.